Достали гортензии из подвала, сейчас будем обрабатывать. Приступили к перевалке наших гортензий крупнолистных. Вот так вот надо земляной ком растрясти, корни немножко потеребить. И сейчас будем делать перевалку. Вот такой вот горшок. Добавляем базокот, наше любимое удобрение, проверенное нами уже. Сколько мы сезонов? 3-4 уже. Гортензии очень хорошо начали набирать массу. Сегодня полью лимонной водичкой и подкормим их. За день до кормежки гортензии надо подкормить лимонной кислотой. Я делаю 2 чайных ложки на 10 литров. После того, как я подкислила почву гортензии, я буду применять удобрение. У меня вот есть вот такое удобрение для гортензии. Тут очень высокое содержание азота, чтобы у меня сейчас пошла листва. Это нужно делать до июня месяца примерно. У нас расход идет 10-20 грамм на 10 литров воды. Корневая подкормка. Это от Буйских, это не реклама, ребята. То есть вы можете любое другое взять для гортензии, удобрение, и посмотреть, чтобы было азота побольше, чтобы сейчас нам дать вегетативную массу. И тут вот есть мерная ложка 10 грамм. Я сделала на 10 литров воды 20 грамм.